забираешь 1-3 метки суслика, который поставил 2 пятиэтажки, там надо их зачистить, занять. И все ближайшие прыгают. Все остальные подойдите ближе. Чуть западнее, наверное, сейчас прыгать. 1-3 Коста ведет или 1-4? Коста ведет 1-4. Короче, да, многоэтажки 310-320, красные, все, туда не нашли. Там две пятерки, там противник. Даже не забываем, а западнее, западнее тоже здание, там, в общем, везде враг. Сколько врага, неизвестно. Также там есть наши уже бойцы, с этого, с РВ. На РВ метку я поставил, там конкретно никого нету сейчас. Убил самый верхний этаж. Может еще есть, поднимется кто-то со мной? На дороге вынести из оград. Блять, он возле дома. Никс, возьми правую дверь. Я не понесем. Все, я сюда беру. Хорошо, смотри правую. Лево чисто. Все, это чисто, дом чистый. Первая чистая справа. Киньте метку, которая чистая. Белая. Метка шайтана, которая. Белую дал. Синюю дал. Торцевое окно смотрит иногда. Шуслик, ДВ-2, да? ДВ-2. Кто же лошака там должен? Да это я, блин. Кому? Я. Двухэтажный зеленый дом на западе, второй этаж, одного ранил. Знак вопроса, видимо, метка МАВС. Понял, понял. Это говорит Спарта Твистер. Слушай, ну чё? Чё, вас там уже нет, что ли? Куда? На метку. На метке ВСТ. Да мне это зашить, зашили круто, у меня еще морфин нет уж. Пошли гиксом. На. Дом, где шайтан метку скинул. Зеленый это, да? Да, зеленый.
нас на короткой. Здесь никого быть не может. Гикс, давай здесь, гранат. Сейчас он только враг. Закидывай. Закидывай, Гикс. Закидывай, не стесняйся. Чё он пошёл там, Алган? Не надо фейсчек. С Гиксом помогите кто-нибудь. Мы рядышком. Эриксон, Мавс. Так, Танти, Мавс. Не факт, что это они, может, это как-то, блин, рандом. Откуда, ну смотрите. Ангары ветерочные. Если видеть себя, значит будем мы видеть тоже. Ангары нет. Ну, с той стороны выстрел. Возможно, стрелял с одноэтажного здания левого, но поменял позицию, что там его нет. Ну давай. Если есть возможность, забегите. Не ходите под фонарями. Пацаны с РВ тоже вместе с нами, давайте на Барсу по 2. Принято. Все на Барсу по 2, кто не задействован в госпитализации больных. Настройки, тип на крыше, наверху. Ну, принял. Снял? Подстрелил. Самый верхний этаж крыши есть что. Фомина, давай через колгаз придем. Да, да. Блять, вообще теперь на 10 метров уже непонятно, свой чужой. У них рукавов нету, локти светятся белые. Угу. Ну, у нас, кстати, тоже есть ребята без рукавов. Это пилоты. А, вижу, да, все. Мы на ВП-2 занимаем и ожидаем пока? Пока да, ВП-2 занимаем и ожидаем. Может мне на колгаз залезть с оптикой? Давай, если можешь. Там, по-моему, дистанция хорошая будет. Ты даже до этого, до триггера дострелишь. Там за колгазом квадратное такое здание есть, очень опасное, посмотрите его тоже. Красная многоэтажка, перед нами противник сидит, третий этаж, нет, четвертый. Голубая метка, насколько актуальна или нет? Костя, возьми остальную. Да. На западе многоэтажка, маячит в окне этот крендель. Красная? Чей, какая многоэтажка? Сейчас. Так, задача с штаба продвинуться в дом, к метке дома немышленника на севере. На каком этаже, Мопс? Третий этаж, по-моему. Или третий, или мне херово видно посчитать. Либо... Пятиэтажка или сколько она там? Семиэтажка. Вот он сейчас. Так, группа как приняла, солянка? Дом анимешника, метка примерно. В ту сторону двигаемся, занимаем. Принято, работаем.
Многоэтажка ближняя? Да, ближняя. Этаж повтори, пожалуйста. Сейчас точно скажу. Пятый, походу, или шестой? Не-не-не. Ну, все так, это окно по счету снизу. В торце окна или просто? В торце. Ну, там никто не вылазит, не вижу никого. Но если вылезет, дайте ему вылезти, я убью. Я на колгазе на крыше. Убил его. Красавчик. Он может быть в отключке, надо пока это дело закрепить. Да. Ага, а куда стреляешь? Маленькая красная многоэтажка. На крыше противник. Это передо мной, что ли? Я не знаю. Это на севере от многоэтажек. Да, пяти. Правая или левая? Самая ближняя к нам. Да, это перед нами получается, да. На крыше, да, чистим пожарку. На крыше, да. Он лежит на крыше за будкой, где выход на крышу. Заходи. Блять. Угловое здание, контакт. Угловое здание, бар убил одного. Второй этаж. Поставил метку, по мне работал. Да-да-да, я тоже про него. Чумба, ты, да? Да-да. Если ты близко, на второй этаж он лежит 300, скорее всего. Вижу тебя на крыше, он справа за будкой. Магазин смотрел кто-то. Кто подрывался? Так, что-то я здесь никого не нашел. Мавс, ты какое здание имел в виду? Сейчас убил врага, он кого-то из наших подстрелил. Сейчас дам метку. Да. По-моему, вот это оранжевое, не уверен. Это здание до пятиэтажек красных. По дороге на восток. Походу, это зеленое, которое же пташка. Нет, на улице он кого-то из наших подстрелил. Вот слева от тебя кто здание проходит, двухэтажку. Ага, понял. Вот он стрелял на восток куда-то, мне тут не видно уже дальше восток. Посмотри, посмотри, на востоке от тебя кто-то, наверное, союзник должен быть, он может быть раненый. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.